you feel the dragon fire. Сестренки, с вами Гранфаден, и сегодня я буду играть в игру Steldov 2. И на режиме командный бой. И все. И вот со мной произошла такая история, когда я играл в командный бой с другими, да? И вот, тогда, когда я играл с другими игроками, у меня, как у хардоплея, просто бомбило, как они не могли выжить. И вот, и тогда я подумал, может быть, я сейчас зарулю. Я просто половину, даже больше половины счета я тянул. Я тянул только свою команду. И то я проиграл, потому что этот, ну, это было просто безумно. Как можно было так выиграть, а? Когда вся команда у тебя руинит. Ой, эй, что-то лагает. А, не лагает. Я думаю, лагает. Их три, нас три. Мы на три играем. Я не знаю, может быть, мы три на три. Чисто командный бой, когда я своим нелюбимым скином играю. Давай, появляйся. Чё ты стесняешься? А чё никто не появляется? Засали, что ли? Алло. Двоих убили. Как же интересно. Да я не вижу. Надо перезагрузиться, ладно. Приветики. Покажите, показывай, что какой-то враг там. Ну и никого там нет. Видите, никого нету. Но показывает по карте, что он там. То, что вышел. А, да, один вышел. Где он появился?
Появился и не сказал мне ничего. Ничего. Интересно, вообще интересно. Понимаете, я сделал 56 кругов. А думайте, 56. Я занял первое место, и я ничего не получил. Так, я понял, надо прятаться, а то меня так и будет. Так, короче, вот сюда запрыгиваю. Сюда запрыгиваю. Вот сюда. Вот, кстати, есть баб. Вот так можно залезть. Так что это ответ. Что-то у меня свои АВП и цель. Говно, он попал. Так, 6442. Да ладно, ебаный секунду. А вы пейсер. Мне на секунду казалось, что они выиграли. Но нет. Так, все, голова. Где террор? Hello, террор. How are you? I am fine with you, да? А, ну да, сзади меня стоять. Вот он, крыса. Крысил, потому что. Но меня скоро догонят. Да. Знаете кто? Догонит меня какой-то... Короче, кто там? Хоть кто-то меня догонит? Да. 101. Поздно они зашли. Очень поздно. Походу проиграли. Вон он, вон. Он идет петь.
4 кило уже сделал. Ну скоро уже кончится, да? Походу, по нам инфа. Ну, по мне инфа есть? Ну вот и все. Инфу только что я дал. И все, я сдох. Где? Где появляются? Гарнфайден самый наибольший... Ну, самый ценный игрок Гарнфайден за... Пятый левел нормально мне не дали, да? А, 25 коинов? Ну да, хорошо, это хорошо. Нет, я голосую... Да, за это голосуйте, пожалуйста. Пожалуйста, за вот это. За вот это. Хорошая же карта. Еще никто не голосует. Да нет. Не хочу я на Dust 2. Dust 2 уже 52. У. Кстати, вы походу видели ролик. Ну, кто с канала Hard Collab, вы видели ролик про меня и Hard Collab. Не бойтесь, я ему поддавался ради, чтоб получилось хорошее видео, а то, ну, я его убиваю и убиваю, и это было бы плохая, просто серия не то. Но это бы было бы хорошо. Да. Так, обратно захожу за тех, которые проигрывают. Беру дигл. Уже скин АВП есть. Да чё? Эй! А, это была разминочка наша. Где все игроки? А чё так пусто? А вот они! Что-то у меня реакция. Отстой! Ну да, как всегда. Тем, чем играл Hard Collab, играют все. Да, я понимаю. У меня чувствительность небольшая, так что надо подстроить под мою чувствительность. А не обратно. Так, меня с АВПшки убили. Я могу их автоматикой убить. Смотрите. Он быстрее целится. Ну ладно. Смотрите. Ну ладно. А, быстрее целится, как всегда. Ты. Нашел противника, который просто зарашит тебя. Тот появится. Меня убили с автомата. Голову.
Как-то неинтересно. Что, издеваетесь? Я хочу убить. Вы мне мешаете. Это было... Был прострельчик. Где ты? Ёптить. Ну да. Ценный игрок. Я в своей команде. Чувствительность на максимум, что ли, поставил? Все, что ли? Так. Какого там АВП-сера нет? АВП пользуюсь. Нет. Автоматеры, которые с автоматом ходят. Чё? Что ли, а? Так, надо дигл взять. Дигл цельный. Прицельный. Короче, надо сесть. И аккуратно. Аккуратненько по модели вот так стрелять. Я перетру. Так. Хорошо, сразу что? Я вот пошла. То есть целится. Ёпте! Чё-то не умирал. Так. Слин давай. Минус. Прострел в голову. Где они? Имба просто где они? Матухан, Батухан, Батахан. Это, походу, мой Батахан, который... Это имя Батырхан. Это мое имя. Меня зовут Батырхан, кстати, если вы не знали. Еще один прострел в голову. Меня зовут Батырхан. Короче, все такое. Ты думаешь? Давай. Так, еще один прострел в голову. Моей команде я самый ценный просто. Потому что
смотрите, 22 едима. Кто-то вообще еще раз вдыхал, но никого не убивал. Некоторые такие есть. Обратно, но не обратно, уже в голову просто. Так. А вы посмотрите. Там АВП сидит. Батухан, вот Батухан. А настоящее его имя Батухан. Не знаю, почему он написал Батухан, может он маленький еще, просто. Просто И заменяет на английском языке Y. И в английском языке хан это кхан. Так что, может быть, он и мал. Так что, не буду с ним строго. Какое говно, что это? Просто кобздец. Да ладно. Головишку. Не пускай свою головешку. Бутылку бить, что ли? Ну, пока что лидирует Биби. У него 34 кило, у меня 28. Я его могу догнать. Но Биби уже 25-35. Да. У меня мало шансов. Что я его догоню? 29-26. У меня осталось 7. Вот, Биби выиграл. Он самый ценный игрок. Но самый ценный игрок в моей команде. Ну, команде контуров. Это я. Я получаю 10 монет. Батухан Биби 20. Все такое. В общем, давайте за вот эту. Давайте за вот это. Все голосуем. О, все проголосовали. Ну, почти все. Наши 6. А, хочу на... Да. Чуть никто не голосует. Ну, ладно. Мы уже за эту комнату проголосовали. Все. Так, поиск игры. Давай быстрее, 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 быстрее. Быстрее, быстрее. У вас будет какая-то музыка, извините, да? Ну, такая маленькая. Ну, звук у нее маленький. Я при монтаже это вставлю, потому что... Что-то вам не будет интересно, просто пули, видео, стрелялки, Stealth 2, автомат, я и все, и килы, и все, больше этого ничего нет. Ой, я забыл Дигу взять. Че, никого нет? Иии, сейчас говню. Фу, какаська. Убиваю я какаську. Что это за какаську? Караську. Эй, я противник. Иисус. Какой-то появился в игре. А, тут килы еще считаются, пока еще тренировка.
Мне 7 килов. No. Просто я почему-то на первом... Ну, я уже на последнем. Так, не буду смотреть на... Кто первый, кто второй, не буду смотреть. Так, последний. Я последняя буква. Я последний. Потому что я говорю я. А я... Ты чё, издеваешься? Так, я... так, чего их 4 нас 2? Это чё за... Так, надо взять свою оружку. Смерть. Думал, я не прострелю. Блин, но я его не убью. Блин. Это его автомат. Когда он вверх поднимается. Чего это не понимаю? Что, он простреливать не умеет? А, ну, может быть. Потому что он взял пистолет. Вот почему он его не поставил. Убил. Мне 4 кило, и я догоню самого Иисуса. И какой клэш? 102. Как-то нечестно, их 4. Ролирую. Ах, вот говнюки. Так, бэром, двоих. Двоих убил. Но Иисус меня убил. Прострел. Шорты проверяют. Шорты. Пушки 11. И 16. Мне 5 кило осталось. Я не сделаю 5 кило, потому что я умираю. Чего? 6 кило. Ну, 5. 4. 4 кило. 13, 17. Да, 4 кило. Не посмей. Так, это был Иисус. Обратно 5. 16, 19, блин. Двадцать на 3 кило, блин. Семнадцать, 21 на 4 кило. Расшартил он тут. Как? А, вот их тоже сейчас. Но за них играет задрот. Это Иисус. 4 кило. 4 на 5 на 6 килов я от Иисуса отстрелю.
Теперь на 7. Теперь вообще на 8. Так, надо их гребать. Отодвинься. Чего? Как он умер? Двадцать-тридцать на 10 килов. За них жесткий задрот играет. 24 на 7 играет колдов. 2 задрота играют. 2 задрота. 2 огорота. 2 задрота. 2 огорота. Вот какой. Много. Так, 23, 20, 33, блин. 24, 2, 26, 10. Еще он 10 раз умер, что ли? Чё-то не верится, что он 10 раз умер. По килам его надо. Был бы один эфир, мы бы его бы убивали бы до конца света. А! 27-33. Я один играю против них? Эй, это что за бред? Тоже 3. Так, Иисусик, прощай. Антон. Так, 28. Ой, на 6 килов надо. Так, от него надо. А нет, не Иисусик. Кто новый? Появился. Вместо Иисусика. Кто-то другой, да? Иисусика заменили. Ой! Иисус! Надо. Фу. Фу. И меня сзади Иисус убил. 32-35. Догонять! 32-36, блин, надо догонять быстрее. Я хочу догнать этого Иисусика. Тридцать три, 39. Алло. Он так быстро набирает. 33-40 на 7. Что так много? Короче, выиграли
Они и просто как Иисусик так быстро. Я получаю. Я 20 получаю. Больше всех, да? За удачу, за хорошую игру. Друзья, я думаю, вам понравился такой видеоролик. А если так, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. С вами был Гарант Флайдер. Всем бай-бай. Love you.